Этот артефакт. Едва ли его добыли. Понимаю. Вот ваша оплата. Эй, стой! Деньги-то фальшивые, мы отказываемся. Не советую. Этот готов. А что, Рот, готов? Ты чё, устал? Есть такое. Вы идиоты, что натворили? Ну, старый, скоро уже. Терпение, мой друг. Только терпение. О, готово. Сейчас только контакт запаять надо. И все. Ты видел? Нет, блин, не видел. Так видел или... Видел, видел я. Но как это? То есть, получается, он каким-то образом создал машину времени? А может, он аннигилировался? Кстати, вполне возможно. Этот псих старый мог и такое сделать. Что именно такое? Когда ты научишься правильно строить предположения? Ой, все, отстань. Работает! Работает! Она работает! Я смог! Да-да, теперь отдавай его нам. Отдам, только скажите, зачем оно вам? Забрать кое-что. А кое-что это что? Дед, прекрати кошмарить нас вопросами. У нас дела есть, мы профинансировали твою работу, так еще сумку денег отдали. Ой, ладно, ребята, просто одно правило есть. Не смейте менять историю. Как бы вам не хотелось изменить события, может все закончиться плачевно. Но всегда есть но. Если Вселенная не сгенерирует новое измерение, то, скорее всего... Твою мать! Откуда это? Да какая разница? Включай эту штуку! Сейчас, погоди. Вить, что это может быть? Я не знаю, где мы, но мне тут не нравится. Надо бы попробовать разобраться и переместиться обратно в тот день. Что такое? Врубай быстрее! Похоже на Лондон. Ну, куда лучше, чем доисторические земли. Разве есть такой термин? Я не знаю. Кажется, я разобрался. Сейчас попробуем отправиться в наше время. Говоришь, это наше время? Ой, кажется, я просчитался. Дай сюда. Нет, бери руки, а то... Разрази меня гром! Это же начало Первой мировой! Убийство Франца Фердинанда! Ну и... Ты понимаешь, мы сейчас увидели великое и ужасное событие в мире.
начало Великой Первой Империалистической войны. Мне тут перестало нравиться. Давай валить отсюда. Да, давай. Я бы от гамбургера не отказался бы. А я бы от чизбургера. Тоже неплохо. Значит, вот что человек видит перед смертью.